попали на канал Даниэль Бой Влог. И в этот раз, ребятки, мы не украли у Валентины Ивановны камеру, а в этот раз она нас сама сегодня снимает. Точно, ребята, здесь я, так что я думаю, мы сегодня проведем с вами хороший вечер, потому что мы сегодня очень провели хороший день. Девочки вам сейчас расскажут, и Даниэль. О, да, ребята, мы же, как вы знаете, мы отдыхаем в Карпатах, тут очень классно, ну просто супер. А сегодня мы ходили кататься на плюшках. Это было так круто, такие эмоции, это просто вообще, там такая горка, ну это вообще просто так классно. Да, не, ну плюшки, конечно, были тяжелые, но когда мы спускались по горке, нас так крутило, что мы там чуть не падали. А еще, когда мы спускались, там была очень большая горка, и из-за этого нам снег в лицо летел, представляете? Нас чуть не засыпало. А как мы паровозиком ехали, это было что-то. Дарина, держись за Лизу, я держусь за Дарину. Ими вот так вот едем. Было очень понравилось там. Нам всем понравилось, ребята, тоже приезжайте, будет весело. Да. Ну, а сегодня у нас есть очень прикольная игра. Называется у нас «Чудо в перьях». Ну, правила игры расскажет нам Валентина Ивановна. Ну, как всегда. Мы не знаем. Да. Ребята, значит, смотрите, давай, доставай оттуда карточки. Ага, правила карточки. Игры, да, такие. Здесь есть какие-то карточки. Да, есть карточки. Их надо разделить на две стопочки. Ага. Одна стопочка с цифрами будет, вторая с картинками. Вот давайте покажем ребятам. Тут есть с картинками. Смотрите, ребят, здесь есть картинки. Вот. А есть некоторые циферки. Наверное, да. А, вот так вот, значит. Так, сейчас, нет. Ну, ты неправильно, Лиза, вот. Тут просто так. Не перевернул. Так, ага, картинки в отдельную стопочку, вот такие вот. Вот, видите, вот есть вот такие вот циферки, да. Которые нужно отдельно ложить в стопочку. И переворачивайте циферки. Да, переворачивайте. Циферки в конце перевернем, чтобы было легче. Так, видите, тут всякие картинки попадаются, яички там... Смотрите, их тут очень много карточек. Да. Я думаю, это будет очень интересная игра. Они такие яркие, такие красивые. Ну, вот пока вы раскладываете, я ребятам расскажу, что надо делать дальше. Да. И вам тоже. Смотрите, вот раскладываем мы карточки в две стопочки. Потом один участник берет карточку, показывает всем, какая цифра попалась, переворачивает карточку. Вот я сейчас покажу. Вот смотрите, есть, например, цифра 3. Потом вот так... Он показывает, говорит, вот, 3, переворачивает карточку, вот я вам показываю, и все должны найти, чего здесь 3. То есть, вот смотрите внимательно, я насчитала, по-моему, здесь 3 курочки в гнезде, да? Вы мне тоже напишите, пожалуйста, потому что мне так не сильно в камеру хорошо видно. И вот чего 3, то кто первый нашел, он говорит, я нашел 3 курочки в гнезде. И то есть карточка достается вот такая, которая дополнительная. Вот такая вот, да, вот дополнительная карточка достается тому, кто правильно назвал количество, чего там было 3. А теперь еще нужно их перетасовать, чтобы обязательно, было все по-честному. Смотрите, давайте я уже умею тасовать. Вот. Так, ну, видно, картежница. Данилечка, сядь ровнее так, да? Вот так. Так, ну все, мне кажется, уже понятно. Дарина играет так. В карты. Очень сразу в карты. Есть рыбочка готова. А может, она гадает у нас. Так, кстати. Или пасьянсы раскладывает. Что, ну, да? Вот у нас есть... Переверни. Да, они должны быть наоборот. Ну, кто первый? Может, Даниэлька первый? Начнем давай, вот Даниэлька, с края, вытягивай. Да? Верхнюю просто берешь, показывай вот нашим деткам. Это 5. Ух ты! Ты быстро, мы ищем. Нет, 7, вот так, переворачивай. 5 куриц. Я точно, всем внимательно посмотрели. Раз, два, три, четыре, пять. Да, первая. Так, бери себе карточку, покажи, что тебе попалось. Вот у меня тут... Ой, ципа плюс ципа. Круто. Петушок и курочка. Я тоже теперь я вытягиваю. Да, Даниэлечка под секунду. А вот эту карточку вот здесь рядом. Даниэлечка. Смотрите, раз, два, три. Это у нас 5. Даже 5. 3. Так, 5. 5 яиц. Я первая сказала. Мне кажется, 5 яиц. Не, Лиза была первая, Дариночка. Ну хорошо, я первая. Да. Так, бери себе карточку. Показывай, что у тебя. Огнёздочка. Хорошо, Лиза, теперь твоя очередь. Так, вытягивай. Теперь твоя очередь. Так. 3. 3. Давай. 3. 1, 2, 3. Начало игры. 3. 3 курицы. 3 курицы. Я первая была. Ура! А может еще что-то? 3 курицы. Да, ну смотри. 3 цыплёнка. Да, 30. Нет. А ну внимательно смотри. Да, я запуталась, господи. 3 вот этих. Так, давайте так. Больше 3. Смотрите. Я знаю, чего 3, я уже посчитала. Да как? Давайте быстрее. Ну я же сказала, 3 куриц. Нет, неправильно. Тут есть одна лиса. Нет. 3 надо. Ну вот 3. Нет, это другая курочка. Дарина, там есть что-то, еще 3. Чего-то другого. Так, 4 цыпленка. 1, 2, 3, 4, 5 корзиночек? Нет. Давайте так, яичко. Яичко у нас одно.
Корзинок у нас много. Раз, два, три, четыре, пять. Потом курочки. Раз, два, три. Но это я уже сказала. Я думаю, наши подписчики были внимательнее. Они уже рассмотрели, что гнездышки разной формы. Три гнездышка, три гнездышка, три гнездышка. Три маленьких. Три маленьких гнездочки. Три маленьких. То есть эту карточку я забираю себе. Вы проиграли. А я еще беру карточку. Я сказала цыпленок. Не считай, какой цыпленок. Вот курочки. Я сказала самое первое, то, что вот. Нет, вот эти курочки. Вот курочки. А ну, да, а правильно они одинаковые, девочки. Ну вы что? Большой петух и две маленькие. Вы что? Как это? Давайте по-честному играть. Вы неправильно ответили на этот вопрос. Ага. Так, да. Так что беру себе. Вот, ребята, мне попалась вот тоже цыпочка с мамочкой какая-то. Давай, теперь у меня циферка 4. Да, давай. Так, кстати, барабанная дробь. Барабанная дробь. Раз, два, три, четыре. Четыре курицы. Четыре цыпленка. А ну не спеши. Четыре цыпленка. Четыре курицы. Четыре цыпленка. Я сказала четыре цыпленка. Я первая сказала четыре цыпленка. А ну, стойте, я сама пересчитаю, то вы сейчас... Так, смотрите. Давай, Денис, вот эту сторонку, а то вы все сбиваете мне вместе. Так, смотрите, цыпленка. Раз, два, три, четыре. Я первая сказала, я первая. А нет, я сказала, четыре курицы. Раз, два, три, четыре. Они разные. И четыре яйца. А, ну, вот. Ну, девочки, да, будьте внимательнее. Да. Лиза была права. Так, Лиза, тебе карточка. О, у нее тоже как-то цыпленок плюс курочка. У тебя два уже? У меня, да. Молодец. Так, эти переворачивайте вот так, чтобы их не путать. А, хорошо. Класс. Так, да, Нелечка, твоя очередь. Вытягивай карточку. Бери. Четыре. Вот сюда переворачивайся. Давай, чтобы все видели. Четыре курицы. Четыре курицы. Я сказала, я не была. Точно все внимательно посмотрели? Да, вот раз, два, три, четыре. Пальчик, ну, убирай, Данилька, мы тоже посмотрим, потому что я ничего не... Вот раз, два, три. А, нет, сейчас раз. Четыре курицы. Нет. Так, вы опять неправильно, да, называете? Нет. Четыре, ну это ж петухи. Четыре петуха, потому что курицы. Ну не курицы ж. Четыре петуха, четыре петуха, четыре петуха. Ну вот видите, будьте внимательнее. Вы что, вы спешите? Бери карточку. Что тебе попалось? Она сейчас мне попался. О, мне петушок попался. Она за ней уже нету карточки. Потому что вы невнимательные. Все кричите заранее, но не посмотрели. Так, теперь я, Даринка. Так, та-да-да. Так, и тут цифра. Посмотрите, первый. Раз, два, три, пять. Давай. Смотрим, раз, два, три. Курица! Курица, курица, петух, 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 пять куриц. Нет, пять куриц, пять куриц, пять куриц, пять куриц. Я сказала, пять куриц. Давай пальчиками показывай. Пять куриц. Ой, раз. Это петухи. Ну, я сказала петух. Давай, я сказала курица. Я сказала курица. Давайте считаем петухов. Раз, два, три, четыре. И пять куриц. Раз, два. Нет, курицы разные. Раз, два. Ищите одинаковые. Четыре маленьких. Пять маленьких куриц. Точно пять маленьких? Нет, больших пять, наверное. Пять просто куриц. Пять больших куриц. Пять куриц. Раз, два, раз, два, три, четыре, пять. Нет, это другая, это маленькая, подождите. Видишь? А ну, смотрите, может, еще куриц. Что-то есть, а то мы что-то никак неправильно считаем, да? А петухов сколько? Пять петухов, вот раз, четыре, два, ага, три, куриц. Пять куриц. Я, знаете, я что сказала. Считается? А ну, цыплят сколько? Этот лисенок тоже считается, если попадается. Три. Цыпленка три. А если с двумя яйцами? Может, это цыплята в яйцах считаются? Тогда все равно четыре. А курица, этот цыпленок считается, этот лисенок. Ну, не знаю. Я беру себе приз. Да, давайте Валентине вам не дадим, чтобы было честно. Вот такую красивую корочку. Потому что непонятно. Мне кажется, там яйца считались. Давайте, кто там? Давай. 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 Давай, показывай подписчикам. Подписчикам. Пять. Ну, конечно, ты уже посмотрела. Да, она уже посмотрела. Пять петухов, да? Да, и пять петухов. Ну, ты посмотрела. Нет, я тогда не успела посмотреть. Пять петухов. Да, пять. А ну пока раз. Нет, вы неправильно ответили. Да, я знаю уже ответ, я уже посмотрела. А, эти гнездышко. Это яиц, яиц. Да, яиц. Этот большой, эти маленькие. Ну что, а вот. Вот, есть! Наконец-то, ура! Лисенок, вы же помните, лисенок заменяет карточку. Ну, кого нету. Ну да. Так, Даринка. Ура, наконец-то, первая карточка! И что у меня попалось? Курочка! Или это петушок? Это курочка, это курочка. Так, ладно. Так. Давайте. Что, пожелаем тебе удачи? Нет. Три. Так. Так, три. Три гнезда! 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 Смотрите. Так.
Три гнезда. Три яйца. Раз. Три. Маленьких три гнезда, я вижу. А что да, еще вот у нас? Да, вот раз, два, три. Я угадала, зачем так, угадала? Курочки. Да, давайте угадала. Посмотрим, может, что-то еще. Маленьких петушков два. И да, и курочки эти разные. Вот одна большая. Ты угадала, давай, бери себе приз. Да. О, смотрите, какой миленький цыпленок. Скажи, хлёвенький. Так. Давай, Данилька, вытягивай. Теперь ты. Давай. Так, давай. Четыре. Показывай. Четыре гнезда. Четыре яйца. Четыре яйца. Четыре яйца. Нет, четыре гнезда. Четыре яйца. Четыре цыпленка. Четыре цыпленка. Четыре цыпленка. Раз, два, три, четыре. Четыре цыпленка. Так, секунду. Это не считается. Лисенок считается. Считается. Видите, раз, два, три, четыре. Дарина, ты смотри, побеждаешь уже у нас. Я сказала. Они маленькие. Этот самый большой. Этот, эти два самых маленьких. Давайте еще посмотрим. Может, что-то еще другое там. А ну подожди. Так, раз, два, три. Хорошо, давайте яйца посчитаем. Четыре там была цифра? Четыре яйца. Да, четыре яйца. Тут пять яйца. Нет, это цыпленок. Я правильно говорила, четыре яйца. Ладно, отдаем карточки. Яйцо, прям то, что я угадала. Да, да, там лисенок выглядывал как цыпленок. Ладно. Давай, кто там следующий? Так, сейчас ты, Лиза, что? Ты? Я? Да. Я думала, ты. Да. Так, и один. Один. Вот, один. Ну давай, ну зачем? Лисенок. Я сказала первое, я сказала. Цыпленок. Лисенок. Один цыпленок. Подождите, лисенок считается как в гнезде. Ну, цыпленок, один цыпленок. Один цыпленок. А ну может еще кто-то? Вот большая курочка. Нет, не одна их, да? Их три? А ну смотрите внимательно. Еще маленькая. Маленькая. Или одна. Один цыпленок, или один лисенок. А какая цыпленок? Нет, лисенок не считается. Вот один цыпленок есть и маленькая курочка. Так лисенок, он же тоже один в гнездочке. Хорошо, кто говорил цыпленок? Я говорила. Ладно, ура! А Данилька что говорил? Лисенок? Цыпленок, ребят, как это так? Значит, честно было, да? Посмотрите, как это так? Это все вот прямо... По-честному получается. Да, мы же карты перемешивали. Мы перемешивали. Я не понимаю, как это так? Так. Давай, твоя, да? Давайте сюда отложим. Давайте карточки. У меня четыре. Давай. Переворачивай. Раз, два, три, четыре. Давай. Четыре. Так, четыре. Яйца. Четыре яйца. Четыре яйца. Большие, да. А цыплята? А цыплята, по-моему, как раз лисенком четыре. Кто говорил? Я. Молодец. Бери приз тебе. О, у меня курочка плюс цыпленочек. Данилечка. А гнезда разные, да? Разные, да. Гнезда разные. Давай. Так. Так, Данилечка. Вообще тяжело, правда? Да, очень тяжело. Это прям реакция. Ребятки, ищите с нами. Так, цифра. Показывай. Пять. У него пять. Пять. Так, пять. Пять куриц. Пять куриц. Пять куриц. Пять куриц. Пять куриц. Давайте считать внимательно. Так, раз. Это большая курица, да? Давайте маленькие. Петухи же не считают. Раз, два, три, четыре. Четыре. Какая цифра? А это большая? Пять. Ну, да, смотрите, вот эти поменьше, эти какие-то вот побольше, да? Смотрите, я сказала, давайте петухов посчитаем. Раз, два, три. Три. Это цыпленки. Я думаю, цыпленки. Раз, два, три, четыре, пять. Цыпленки, четыре цыпленки. Валентина Ивановна выиграла. Да. Ребята, я выиграла. Я хотела сказать, но такая, да. Я про лисенка постоянно забываю. А у меня почти тоже скоро цыпленок. Скоро цыпленок. Так, давай. А, сейчас я. Так, давай. У нас цифра. Ребят, как вы думаете? Один. Это два. Раз, это, два. Наоборот. Дарина уже посмотрела. Раз, два. Смотрела в карточку. Да, ты смотрела. Два цыпленка. Два цыпленка. Тихо, смотрим внимательно. Цыпленка два, я вижу, но они разные. Так, гнезда два вот маленьких. Да. Что еще? Два петуха. Вот они. Два больших петуха. Так, я говорила два петуха. Я два гнезда говорила. И все. А лисенок? Это считается как петух. Да. Да. То есть гнезда выиграли. Я говорила гнезда. Нет, так я тоже петуха, так эти два. Ну смотри, вот этот лисенок считается как петух. Такой маленький. Но мы не знаем, кого он заменяет. Большой или маленький. Так, какая же карта. Ой, смотрите, курочка! Классная, красивая. Ну что ж, ребят, теперь моя очередь. Я беру карточку, чтобы никто не смотрел. По-моему, была очередь Лизы, ну ладно. Не надо. Пусть твоя, какая разница. Сейчас ты после меня будешь. Хорошо. Два, три. Один, вот это вот
штучка. Одна курица, одна курица, одна курица, одна курица. Да, все, я первая. Одна курица, одна курица. Лиза сказала правильно. Я думаю, Даниэлька первая сказала, он просто чуть-чуть. Одна курица. Курица сказала Даниэлька. Даниэлька был первый. Да, так, и что у него? Гнездышко попало. Гнездышко. Даниэлька молодец. Так, теперь я. Давай. Там такая. Так, раз, два, три. Два. Два. Ребятки, это цифра два. Два кита. Два курицы. Две курицы. Два петуха. Два курица. Два петуха. Не кричи. Два курица. Тихо. Ты гнезда, ты петуха. Два цыпленка. Два цыпленка. Смотрите. Раз. И вот два лисичка. Она считается. Тихо. Я пальчик убираю. Девочки, вы мне закрываете свет. Все, не споримся. Посмотрим внимательно. Что у нас два? Вот два петуха, два больших петуха. Два гнезда. Цыпленок стоит как петух. То есть это считается три петуха уже. Что два гнезда маленьких? Два гнезда. Два гнезда. Кто говорил? Я. Я. Я говорила. Давай, Лиза выиграла. Лиза курочка. Курочка, курочка. Петух. А, так у тебя там комплект. И гнездышки уже есть. Можно... О, вот так вот можно сделать. О, они уже яичко снесли у тебя. О, можно даже вот так вот сделать. Вот. Да, о, целая семья получилась, да? Петушок. Ладно, собирай, вот. Потому что карточки потом не разбрасывайте, потому что мы ничего не поймем. Цифры сюда. Так, Даниэлька, теперь ты вытягивай. Два. Два. Две курицы. Два цыпленка. Вот этот лисенок, он считается как цыпленок. Две курицы. Все, тихо, я сейчас посмотрю. Кого здесь два? Два, три петуха. Два яйца. Два маленьких, два больших. А три маленьких, два больших. Два яйца и две курицы. Нет, где два яйца? Яйца считаются, ну, смотри, вот это большое, три одинаковые. Две курицы. То есть два петуха. Вот. Вот две. А, это петухи. Блин. Это два петуха. Да что ж такое, блин. Два петуха. До свидания. Это курочки, я всегда путаю. Курочки, курочки. У меня попалась вот семейка уже. Петушок и курочка. О, круто. Кто там, Даринка? Да, сейчас я. Так. И это, я даже сама еще не знаю, что это за цифра. Три. А это три. Три. Раз, два, три яйца. Я говорила. А цыпленка тоже два. Кто говорил три яйца? Я говорила. Я! Даниэлька первый тогда сказала. Даниэлька с Дариной, ладно. Да, что бы у вас там попало? Яичко. Так, лист теперь. А у тебя, Даниэль, что попалось? Курочка. Курочка. Это петух. Петух. Да почему я их путаю? Ну что, давай. Смотри, комплектчик. Я не знаю, что это за цифра. Ну, думаю, перевернуть ее надо. Переворачивай, да. Раз, два, три. Три. Раз, два, это три яйца. Вот, раз, два, три. Они одинаковых. Раз, два, три. Три яйца. Да, три яйца. Лисенок изображает петушка. Три цыпленка, два петушка. Цыпленок, ладно. Да, три яйца. Гнездышко. Молодец. Мое счастье, мое гнездышко. Сюда. Очень веселая игра на реакцию. Прям, ну это... Для мастеров. Сейчас. Так, давай, теперь ты. Так, мастер готовится. Да? А разве не она только что вытягивала? Нет, она вытягивала. Нет, я вытягиваю. Мастер. Три яйца. Я была первая, три яйца сказала. Дарина была первая, вот, одинаковые три яичка. Раз. Три цыпленка. Так, ну давайте внимательно посмотрим. Так, лисенок заменяет петушка, мы видим. Да, три цыпленка. Я сказала три цыпленка, и еще я сказала три яйца. Три яйца там не под... Бери себе, да. Покажи, что же в этом. Курочка. Ой, так. Классно. Даниэлька, смотри, осталось только две карточки, давай. Это одна для твоя. Для меня. Для меня. Давай. Так, Даниэлька, что у тебя? Пять. Переворачивай. Пять яиц. Нет. Пять гнезд. Пять петухов. Пять петухов. Пять. Что?
Вот именно, да. Пять петухов. Я говорила, пять петухов. Пять яиц. Так, давайте, говорите. Данелька, молодец. Данелька, давайте я пересмотрю, потому что вы часто неправильно говорите. Там большое одно яйцо. Раз, два, три, четыре, пять. Тут точно не яйца. Тихо, это... лисенка нету, есть. Он изображает вот. Петуха. Петушка. Три петушка. Три петуха. 20... А цифра какая, пять? Да. Пять. Ну, наверное, яйца, потому что больше ничего. Ура, я угадала! Да, Данелька, молодец. Поздравляем, карточку. Данелька. Так, что а теперь моя. Так, сейчас Данелька карточку покажет. Ух ты, цыпочка, которая вылукается. Круто. Давай, а теперь я. Так, цифра. Четыре. Четыре. Давай, начинаем. Раз, два, три. Четыре петуха. Четыре петуха. Четыре петуха. Хорошо, Дарина с Лизой за петухом, Лера за яйцо. Да, давайте посмотрим. Я яйцо. Давайте, ребята, мы с вами посмотрим. Я за яйцо. Так, тихо, вот так я покажу наш. Я за яйцо. Я говорил четыре яйца. Хорошо, мы услышали. А это неизвестно кого. Он может быть и большой, и может быть и маленький, поэтому это... Да, значит так, четыре яйца. Ну, в принципе, если он большой. Изображает петуха. Ну, тут большое яйцо, тут три яйца. Не, в любом случае, он изображает петуха, у вас не получится четыре петуха там никак. Хоть маленький, а это большой петух. Какая разница? А я говорила четыре яйца, но хотя это яичко большое. Нет. Четыре яйца. Вот смотри, эти петухи разные. Эти стоят одинаково, а эти стоят вот по-другому, видишь? А, еще и видите, они же отличаются. Я не вижу, чем они. Ну как, ты что, они стоят по-разному. Они ровно стоят, а эти по-другому. Да, они совсем по-другому. Я даже не заметила. Так что это точно яйца. Кто говорит? Я, блин! Ладно, Данелька и Лера берут по карточке. Лера берет по карточке. Данелька. Давайте, берите. Да. Цыпленок. Яйцо. Яйцо. А теперь давайте нашим ребятам покажем, сколько у кого получилось карточек. Так, Лиза, у меня такой, как у тебя. Три, четыре. Дарина. Да шучу, ладно. Так, у меня вот. Ну, у меня четыре. Я точно. У меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Да, да, давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Что, правда? Десять. У меня двадцать девять. У меня двадцать девять. Данелька. Четыре. Четыре? У меня 29. А у меня тоже тут сколько? Нет, положите, так нечестно, девочки. А теперь я хочу, чтобы вы задали нашим ребятам вопрос, сколько карточек было у Лизы. Да? Потому что мы так показывали. Я надеюсь, они были внимательными. Да, 8 раз. Мы у тебя видели карточки. Да. А сколько было у Лизы, ребята, напишут в комментариях. Да. И еще, если они любят играть в игры настольные, пусть ставят лайки. Да, лайки. Кстати, лайки, подписывайтесь на канал. А кстати, ребята, пишите еще комментарии, какие вы игры любите играть, самые любимые игры. Пусть пишут ребята, какие игры они любят играть. Может, мы тоже тогда сыграем в эти игры. Да, напишите, чтобы мы знали, какие вы идеи. Чтобы мы снимали. Потому что мы сейчас отдыхаем в Карпатах, и вечером нам заняться нечем, мы вот будем играть в разных играх. Вот, да. И вот одна из игр. Кстати, очень интересная игра. Ну что, ребяткам пока! Пока!